Всем привет. Чё ты? О, теперь видно тебя. Всем привет еще раз, как говорится. Не знаю, там когда это видео футовка. Вот. Короче, записываем мы его 1 мая. Не щипай, ты. Просто захотелось поделиться, как я сделаю Эмиль бутерброд. Мне показалось, что это будет красиво. Ой, Эмиль. Ну, как? Все равно мне хочется поделиться. Только не делай такое, что аж пихнется. Нет, я не буду такое огромное делать. Так, сначала майонез, потому что, чтобы он не размазывался, если его сделать в конце, он будет вываливаться, размазываться. Угу. Вот, его нужно сразу намазать. Так, сначала майонез. О, моя песня играет. Так, теперь помидорчик, огурчик и вот такую вот колбаску, дай бог здоровья. И колбаску. Какой тебе кусочек тут запихали. Вот, укропчик. И еще майонезик. Блин, у меня уже слюни натекли. Огромный размер. Вот такой вот бургер. Художик. Нет, хот-дог это сосиска. Давай. А бургер это... А бургер это котлеты, если честно. Приятного аппетита. На здоровье. Надеюсь, будет вкусно. Колбаса необыкновенная вкусная. Дай бог здоровья, дай бог здоровья, дай бог всех благ. Спасибо огромное. Колбаса мед. Просто мясо натуральное. Вкус такой вообще. Это я обрезала как бы, как вот, ну, сами шкурки-то я выкинула, ну, клеенку. А это как бы верх я обрезала. Это обжарится, это для макарон. С томатом сделаю, все-таки решила с томатом, сделаю макароны, как Эмиль попросил. А уж котлет я просто тогда сделаю отдельно. Угу, угу. Как отдельное блюдо. Вкуснятина, Эмиль, я тебе говорю, необыкновенно. Само вот, сама колбаса, вот это само мясо. Покажи бургерик-то еще разочек нам. Вкуснятинский, да? Ну, приятный аппетит, на здоровье. И этой женщине, если ими, как говорят, ее Юля зовут, хочешь? Дай бог здоровья. Если он ошибается, бог знает, как мам! Ее зовут. Мам! Дай бог здоровья ей. А? Я сказал, Юля зовут. Кого зовут? Юля. Юля? Ну ладно, Юя. Эмиль сказал Юя. Юя зовут. Ты обманываешь. Не, ну ты так жуешь и говоришь. Это во рту у тебя еда, и ты... Вот, а это я кусочками тут нарезала немножечко. Тоже, может быть, в макарон добавлю. Вот. Ну все, сейчас это теперь буду макароны готовить. Вкуснянская, да, вещь? Объедение необыкновенное, да? Ну, приятного аппетита, удовольствия. Чё ты? Ты сидишь как этот, как его... Султан шах этот. Султан в кавычках. Бедный был султан. Бедный. Ну, зато счастливый, слава богу. А есть богатый, несчастный. А есть богатый, счастливый. И так далее. Это философия долга, так что... Вот у нас самый счастливый. Кс-кс-кс. Мяу. Кс-кс-кс. Режим, подай голос. Кс-кс-кс. Режим, хочешь? Она колбасу любит. Ой. Я даже сниму, как ты с удовольствием хомячишь. Ну все, хватит смеяться-то. Ешь, нельзя за едой смеяться. Нельзя, Эмиль. Сейчас, иди, режим. Тебе если... что надо? А ничего, он корм не доели, я ему водички... Скотина. Водички налила, потому что когда корм ем, обязательно надо воду ставить.
Это черныша опустил. Где он? Дома ел корм. А где он? В кухне сидит. Ты сегодня обязательно это? Я им водички налила. Колбасу я им давал, режим ел. И черныш не ест. Он корм ел зато, а режим корм чуть-чуть съел капельку и все. А режим потерял свой ошейник, ей теперь нужно ошейник, капля отдох. Угу. Так, ну ладно. Всем пока за дела. Так просто захотелось поделиться, что такая вкуснотища. И булочка вкусная с отрубями, да? Угу. Так, ну ладно. Всем пока. Вот и вижу. Ой, ой, опять зарядка. Ой, опять старый проблем. Ну, наверное, долго я просто сегодня снимаю. Простите, пожалуйста, меня. Так, ну ладно. Всем хорошего дня. Всем пока.